короче, взял и всех сожрал, прикинь. Ужас, какая история. Больше мне таких не рассказывай. Ладно. Кстати, у нас уже серия началась. А, да? О, всем привет, дорогие друзья. И сегодня мы попробуем призвать сиреноголового. Слушай, что? Подожди, призвать сиреноголового? Ну да. В смысле? Ну в Майнкрафте. Да ты же не, мы же так не договаривались. А, я тебя забыл предупредить. Ну ладно. Короче, сегодня мы попробуем. Мы же не просто так пришли к заброшенной тюрьме. Ты думал, просто так пришли, что ли, ночью? Ну все. Вообще, пока Тайс вот размышляет и кумекает, что вообще произошло, прямо сейчас ставьте ваш лайк, потому что серия будет нереально крутая. Жмякайте подписочку. И колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Да, и знаете что? Вопросик дня. А какой ваш любимый СКП? Вот у меня мультяшный кот. Ну, благо мы его не... Ну, может, и призовем. Ну, наверное, лучше не надо, да? Не знаю. Получится? Я думаю, получится. В общем, все. Я, короче, друзья, я рассказываю суть дела. Я смотрел репортаж по телевизору и сказали мне. В общем, вообще, на самом деле не репортаж, на самом деле я проник в секретные архивы. И в секретных архивах. Да. Да ладно. Да, там, короче, выяснилось, что, короче, проводился эксперимент. В общем, группа ученых, они были заныканы в заброшенной тюрьме, они пытались призвать сиреноголового, и там можно пойти, пошли, быстрее, пошли. А, тушим костер, чтобы никто не спалил. Все, пошли. Вот эта история, слушай, а может мы спать пойдем, не? Нет, ты что, я спать слишком скучно. Да, да. Ты видишь тоже то же самое, что и я? Ну, допустим. Так, смотрите, друзья, тут... Просто показана прям картинка, как встроить некий макет. Так, теперь надо, короче, давай ищи. Так, это что такое? Ой. Ой, это двери открылись. Это двери открылись. Так, это двери открылись. Так, давай, вот этот рычаг что делает? Ничего. Тут броня, смотри. Можно сесть броню. Ну-ка, давай в сундуке. Тут, короче, везде паутина и вообще навалом. Ой, ну да, что-то есть такое. Подожди. О, смотри, бит, так, берем. О, смотри, щит. Я, короче, чисто полицай. Если кто будет спрашивать, я полицай, смотри. Ну, вот и спасешь нас всех. Ну, как стенки. А это чё? Борзи. Так. Я сейчас тоже так сделаю. А это чё? Офигеть, у меня много жизни красивой. Так, да? Да, пол хп. Так, ну-ка. Ого, много. Там, о, смотри, какая-то книжка. Ну-ка, я сейчас возьму. Пишу. О, запылившийся. О, подожди, тут кое-что написано. Так, я читаю. Это последняя группа ученых. Ого, прикинь, ученые пишут. Ну-ка, сейчас. Это последняя группа ученых. Мы специально в качестве лаборатории выбрали заброшенную тюрьму. Ну, разумно. Так, эксперимент будет самым крутым в истории. Надеюсь, эта запись не последняя. Если все получится, будет лежать продолжение. Так, давай посмотрим. Продолжения нету. Так. Продолжения вроде бы нету. Так, подальше, что, подожди. Но не получилось. Сейчас посмотрим. Но эксперименты показывают, что оно живет. Ой, а оно еще так, сейчас дальше. Живет? Так, сейчас дальше. И может появиться в нашем мире. Может появиться ли оно уже есть, если оно живет? Я пока тоже ничего не понял, но нам надо разобраться. Ой, мамочки. Так, все, пойдем сейчас. У меня даже что-то аж мурашки по коже. Так, давай, аккуратно. Так, здесь никого нету. Здесь, давай. О, смотри, тут нычка какая-то. Здесь ничего тоже нету. Ну, пусто, выходим. А тут? Вообще, у меня просто мурашки из-за этой, короче, заброшенной тюрьмы. Смотри, лунный свет такой проникает сквозь решетку. Так, сюда да, проходим. Вау. Так. Ну... О, посмотри, какое небо звездное. Оно даже немного облаками. Кажется, по ходу дела дождь обещают или что, ты видишь? Да, вроде бы что-то собирается. Оп-оп-оп! Чипать! Ой! А вот и дождь пошел. Слушай, а это что ли не знаки, что... А вдруг... Ты посмотри сюда, знаки! Что? Это об этом ученые не писали, не ничего? Я думаю, как бы по ходу дела, так скажем, они дописались. И больше писать не смогут. А
так а мы там не надумали все-таки, не передумали спать пойти, нет? Нет. Все, пойдем попробуем призвать, а? Прикинь, если получится, нам такую премию дадут. Да нам по башке дадут, наверное, и будем вот в той яме тоже. Так, ладно, смотри, давай разглядим, как строится эта штука. Строится вот такой столбик, здесь крестом так, смотри, вот как раз коричневая шерсть, серая шерсть, черная, это, видимо, из нее морда строится. Так, ну что, пойдем? Ну, пойдем. Офигеть. Ну, только вот знаешь, если у нас что-то не получится, я тебе больше помогать не буду, понял? В смысле? Да, ты не будешь. Будешь. Так, давай ты накопаешь сейчас землю, вот здесь вот, по краешку. А я пока буду строить площадку. А, не копай, ладно. Так, я строю. Ты готова? Ну, готова. А почему ты спрашиваешь, к чему? Ну, да я к всему готова, я уже вижу, что это не только происходит, но мне просто страшно. Если что, я буду очень-очень быстро бежать. Ладно, все, так, я строю. По-моему, там была вот такая вот площадочка. И потом сверху была вот такая штукенция. Вот такая. Ага, вот такая. Ага. Так, здесь были руки. Они шли вот так, вот так, вот так. Нормально там под дождем, а? Ну, мокро, но в целом нормально. Так, сколько тут я сделал блоков? Главное ошибки не сделать. Раз, два, три, тут тоже три. И там три, там все да. Правильно. Да, и тут, короче, черное. Слушай, по-моему, дождь усиливается, или мне кажется? Я сейчас поставлю, кстати, голову. Да. Да? Да, я тоже так думаю. Так, ладно. Это вот сильнее, прям вот, я прям чувствую. Ага, за три, да, ну-ка. Я, короче, поставил всю голову, сейчас ее вот так. Ты там, может, слазь, а то в тебя там долбанет. Да, я только что сейчас видел молнию. Да так. Я же, давай, может, побыстрее там, короче. Ладно, я строю. Офигеть. Как же вот в такой дождь такое вот придумать сделать? Сейчас, подожди, это все во имя науки. Давай, быстрее уже слазь оттуда. Возможно, кстати, ученые также говорили до того момента, пока не рипнулись. Так, оп, все, я сделал. Офигеть. Все возможно. Слушай, тут, по-моему, усиливается. Не усиливается, мне кажется. Я сейчас просто посмотрю. Офигеть! Я видел! Она прям над головой! Че происходит? Настраивай быстрее, Жень, хватит уже там, слезай! Все, я, короче, слезаю. Слушай, давай посмотрим, как этот силуэт на фоне молнии будет. Наверное, вообще мега. Ну, посмотри, значит. Давай посчитаем молнию, где она там. Молния, кстати, смотри. А чё, почему нету? А где она? Странно, да? Давай подождем. Слушай, мне кажется, надо... Я видел! Так, все, давай, сейчас... Вот это она жесткая. Короче, давай сейчас делать ритуал. Надо, я думаю, поставить вот так факелы. Так. Ну, ты с этой стороны, я с этой... А, нет, ладно, ты уже быстрее сделал. Да, я сделаю все быстрее. Так. Надо все тут заполнить факелом, чтобы, знаешь, типа подсветка была. Что-то мне вообще страшно, Жень. Холодно. Да, прям вообще холодно. Мне кажется, реально усиливается, или мне кажется. По-моему, усиливается, ну-ка. Такое, как... Да. Вообще просто мороз по коже пробирает, очень холодно. О, смотри, ветер. Ветер как будто подул сильнее. Ты видишь? Да, дождь сильнее, кстати, начал капать, и ветер тоже. И ветер, да. Потому что вот видите, вот эти частички от факелов, они типа как вверх поднимаются. Ты видишь это, Тась? Да, я вижу. Слушай, мне кажется, надо что-то добавить еще. Давай, может быть, для проведения ритуала здесь надо вот такую типа кайму сделать из факелов. Ты уверен, что это поможет? Я не знаю, но прикинь, если у нас получится призывать просто сиреноголового. Мне кажется, усиливаться начинает. Еще сильнее. Да ну. Смотри, ветер. Или он был? Не, он вроде бы и был. Слушай, давай, короче, спрячемся, может быть, здесь. Мне надо подкрепиться. И подумаем. Так, слушай, надо выйти еще.
Тут стейкич. Да, надо, короче, вы... сырой. Надо вытереться и просушиться. Вот, ну-ка, я пошарюсь тут. О, тут мяско есть, мяско. Привал. О, надо поесть. Классно. Обязательно режим питания. На режим питания. О, смотри, кажется, как ветер поднимается. О, слышишь? Воет. Ого. Офигеть. Что происходит вообще? Очень сильный ветер. Так, что-то неладное. Мне кажется, что что-то вот все-таки у нас... получится! Как думаешь, мы, наверное, будем тоже там в яме, как те ученые? Нет. Нам надо, короче, я думаю, изготовить какую-то ловушку, может быть... Я не знаю даже. Ну, короче, будем разбираться по мере обстоятельств. Потому что на самом деле я не верю, что получится. Но что-то уже ветер так сильно усилился. Так, давай забежим еще. Если чё, мы, кстати... Да, очень холодно вообще, у меня прям мурашки. Если что, мы забегаем сюда и прячемся. Хорошо, договорились. Так, все, сидим. Ого! Кстати, а ты слышал, там вроде что-то молния ударила сильно? Да, где-то вообще рядышком. Ого, давай сейчас! Посмотрим! Еще одна! И сейчас, да! Ну-ка! Оно! Ого! Она сюда прям ударила ему в башку, получается. Получается, да, прям в антенну. Это же антенна, это же сирена. О-о-о! Слушай, а это неспроста, это мне уже вообще не нравится. Может, мы все-таки спать домой пойдем, нет? Ну и слушай, у меня уже тоже. Ого, ты видела там на фоне молнию? Да. Вообще крепота. Крепотища. Так, ладно, заходим. Слушай, давай сейчас чисто на суефа отправляемся мы домой или нет? Ну, давай. Вообще. Давай. Так. Я буду надеяться, что я. А как мы договариваемся? Кто Никак. Проиграл? Кто проиграл? Короче, тот не имеет права на голоса. Кто выиграл, тот и говорит, что мы делаем. Готово? Хорошо. Так, давай. Раз, два, три. Давай. Еще раз. Раз, два, три. Блин. Ой. Ну, ладно, знаешь, мы просто уже начали, мне кажется, надо этот эксперимент до конца довести полностью. А вдруг нам действительно премию дадут? Я тоже так считаю. Ну, молодца, боялась, а теперь не боишься. Ого, там слышали, что-то прям жестко. Там вообще так... прям разошлось, слушай, ого. Вот это дождь жесткий. Сейчас зайдем, посмотрим. Пойдем посмотрим. Да, пошли гром посмотрим. Гром только что был, пойдем. Так. Ой-ой-ой, убегаю! Он ожил! Получилось, что ли? Получается, получилось! Вон они, его ноги, смотри, он тут прям рядом. Ого, но он сюда не зайдет, он слишком большой, чтобы сюда зайти. Так. Скажите, а есть сюда кирка, там это броня какая-нибудь, давай, может, чуть поищем? Короче, давай рассуждать так. Ты знаешь лайфхак, вот в тюрьмах где хранят оружие? А где? В двух местах, либо под землей, либо над землей. Давай посмотрим под землей. Давай копаем. Ого. Здесь проводка, значит, под землей нету. Так. Значит, нет. Над землей. Так, копаем выше. Так, от этих серий. Так, нет, над землей тоже нету. Сейчас, подожди. Надо на крыше смотреть. Так, вот так вот. Все, попробуем прокопаться на самый верх. Ого, прям дождь сюда, прям, смотри, льет. Ручьем, просто ручьем льет. Сейчас снесет просто. Давай, залезай на крышу. Вот он стоит, смотри. Офигеть. Давай быстрее оружие, сюда иди. Тут вообще сундук какой-то. Вот оружие, смотри, бери. Вот так, все, я взял. Так, отбегаем. Но надо переждать, пока дождь прекратится, чтобы вести огонь. Потому что ни черта не видно, я увижу только на фоне молний. Ты видишь? Я его вижу, кстати. Ой, я тоже, ну его плохо, так. Давай забегаем. Он ходит. Давай, забегаем внутрь. Оп. Так, иди, короче, это, проверь, не выходи, а то там это, он. Давай, знаешь что, перегруппируемся здесь и подготовим план. Итак, я думаю, пойдем очень аккуратно его гасить с крыши, потому что по-другому... А где он? Слушаюсь, а вот он. Капитан. Так, ну-ка. Чё, начинаем? Огонь! Будем помаленечку, потому что его плохо видно. Вот он. Ого! Это
поближе подойти, что ли? Мне вообще капец интересно. Ого, а смотри. Ты видишь, он как будто вот какой-то с преисподней стал вообще. Да, давай вот так. Оп, оп. Пошли, гасим, гасим. Офигеть, он сильный, смотри. Ого. Его вообще реально будет уничтожить как-то. Это знаешь, это мы еще подготовились, не то что вот ученые там были. Я думаю, они подготовились, но... Ой! Испепелили! Да ты... Да, да ладно. Ура! Вот он опыт, смотри, испепелен. Ура, ура. Офигеть вообще, вот это жесть. У нас получилось. У нас получилось. Да. Слушай, ну это было мега эпично. Я так переживала. Слушай, оказывается, у нас реально мощное оружие было. Классное, ну лазерное такое. Да, ну лазер. Ну, прям пам-пам, и вот, и все, и нету. Смотри. Да, мне кажется, смотри, дождь даже заканчивается начинает, или нет? Ну, но я нет. Думаю, должен. Да, ладно. Он обязан. Побежали ну, короче, пока домой. После всего плохого. Да, домой, домой. Давай быстрее домой. Может, как раз и дождь, короче, будет кончаться. И, по-моему, он утихает, смотри. Сейчас будет у тебя горяченький душ. Да, 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 да. Но мы, друзья, с вами герои. В общем, мы прям справились. Вы, подписчики, тоже дали нам силу. То, что мы прям такие раз и все смогли. Да, если бы не вы, без вашей веры и поддержки, мы бы, наверное, так вот не решились на этот эксперимент. Да, все, забегаем домой. Слушай, у нас тут, смотри, даже из-за молнии электричество выбило, темно вообще, капец. Ого, да, действительно. А нет, так работает свет, ну, одна лампочка на батарейках. В общем, дорогие друзья, вот такая была эпичная серия, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы такие вот серии не пропускать. Да, и все, и всем пока. О, смотри, дождь, кажется, кончился. Как раз. Да, и всем пока-пока. Да, пока-пока. Хе-хе, крутяк.